Хей, гайс, с вами Шимики, и это у нас Far Cry 3 Blood Dragon. И скорее всего это заключающая серия, потому что у нас осталось у нас буквально каких-то две миссии и все. Да. Навык убийства врага в тяжелое оружие тоже есть в игре. Нам еще остался один уровень отмыть. Бля, я понял. Что с моим снаряжением? Неизвестно. Приготовься к бою. А шипы это норма? А это не шипы? Ой, бля. Дали бы шипы мне лучше. Давай, давай, хилку. Нифига себе место. Вижу новое оружие. Новое оружие? Точно, она же говорила про него. Жесть. Да нет, это нихера не новое оружие. Долго не проживут. Лучше всего стрелять в голову. Да ну. Я в курсе. Эй, не дохера ли вас? Да не на свет ли? В принципе, их можно загонять, да и все, чтобы они по кругу бегали. У меня испытание вот это уже началось. Тихо, тихо. Да сука, тупая змея. Давай. Это у них только есть молотовы. Все? Это было лишь начало. Ни хера себе. Обнаружен выход. К следующей арене? Вы издеваетесь? Разные тут.
найдено новое оружие. Жесткая миссия. Так, победа. Переходите в следующее, возьмите оружие. Мне бы аптечку. Топ-топ-топ-топ-топ-ток-ток-ток. Еще противник. Там штампуют, что ли? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Хорошо, что я на всякий случай апнулся. Тихо, нормально, нормально, держусь. Так, вот это уже нужно бежать, я чувствую. Мне почему-то кажется, что они возьмут зомби из... треть из Blood Dragon. Если в DLC буду добавлять. Почему? Допустим, хорошая идея с одной стороны. Подходящие зомбаки. Доступен выход. Окей, аптечка мне нужна. Скорее всего... Да больше нет аптечек. Салюты. Гости, черепашка. Замечено оружие. Снайперка. Плохо. Давай, давай, давай. До конца мне не дойти, дойду. Давай, давай, быстрее перезаряжайся. Замечено оружие. Нормально, у меня и так сойдет оружие.
зомбаков сколько. Если я возьму, сейчас начнется новая фаза, да? Нужно, знаете, короче, оно. Хилок здесь вообще, да, нету? Да, это жестко. Миниган. Чувствую, лучше сюда побежать. Ай, блин, у меня нету. Сдохни. Не, ну с пулеметом я уже. А ты? Нам чтоб спину не забежали. Там нормально. Отсюда буду видеть лучше ихние глаза. Эй-эй-эй. Ребят. Найден луч смерти. О. Ты победил. Вот, вот так лучше. О. Вы заработали луч смерти. Великолепно. Ух. Интересно, какой он. Вон этот салюты, салюты. Сюрикен? Это луч смерти. Сюрикен. Серьезно. Властью серого черепа. Сила у меня есть. Док, луч смерти у меня. Слоуну парабайки. И я его уложу. Навсегда. Значит, это луч смерти. Я в предвкушении. Внимание. Высокая температура тела. Дьявол, я весь горю. Твое тело не привыкло к такой энергии. Надо приучить нервную систему и мышцы использовать луч смерти. Спайдер. Вот кому бы получить эту штуку. Раз его нет, Рекс... Сделай это за него. Ты права. Надо свести счеты. За Спайдера? Нет. За человечество. Тренировочки. Большие нагрузки. Ну, короче, он, походу, делает, чтобы тело его восприняло. Я, понимаете, просто говорю из-за того, что там уже музыка, да, играет. А потом будут авторские права. Хотя... Как-то посрать на авторские права. Аж интересно, как вот это... Подожди, он убил этих, что ли? Солдатов? Или он просто не попал? На самом деле, подумал, что то сюрикен такой. Оказывается, нет. Он какой-то именно встроенный в руку. Ура! Ого, да, это луч обычный. А не сюрикен. Рекс, ты многого достиг, но все равно что-то скрываешь. Ты права, док. Хватит недомолвок.
Ослепи меня своей киберлюбовью. Так, надеюсь, 18+, ребят, да, все. Вам нельзя. Нет, да, нет, 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 нет. Рекс, не думала, что киберсолдат может быть так нежен. Ну да, мое тело, кости и кровь искусственны на 85%. Но ты на 100% мужчина. В том, что важно. О, Рекс. Это наяву? Нет. Нет, пока Слоун жив, Элизабет. Он хочет обстрелять этими ракетами весь мир. Он чудовище, Рекс. Новые ракеты инфицируют всех и превратят в дикарей. Общество рухнет. Наступит каменный век. А те, кто родятся позже, это будут уже не люди. Он считает, что сделает всем одолжение. Я тоже, когда убью его. Ты уже спас меня, Рекс. Теперь пора спасать мир. Да, как-то так. Элизабет? Нет. Внимание! Параметры обновлены. Ждите новых указаний. Что? Рекс, это я, Элизабет. Элизабет. Если ты это слышишь, со мной что-то случилось. Рекс, до нашей встречи я не думала, что смогу полюбить снова. Знаю, ты не считаешь себя человеком, но у тебя есть кое-что подороже, чем все эти киберчудеса за миллиарды долларов. В твоей груди есть кое-что мощнее водородной энергии. Человеческая душа, она всегда с тобой. И с тобой мое сердце. Твоя рука теперь открывает сверхсекретный бункер на базе. Иди за ним. Задача. Прорваться на базу Данка в сверхсекретный бункер. Это не ради меня, Рекс. Ради всего мира. Ого, сюжеты, повороты. То, ну, а нам осталось только грохнуть. Луч смерти. Теперь у вас есть луч смерти, загадочное оружие, пытающееся в вашей жизни силой. Его разрушительная мощь оплачивается вашим здоровьем. Блин. Аль. Ворота Данга. Доберитесь. Душа, у тебя то, что надо. Спайдер. Так, а в этот базу данных мне не добавили? Оружие, луч смерти. Да похоже на сюрикен. Луч смерти. Что может быть лучше, чем привязанный к руке танк? Луч смерти? Оружие тайной разработки, которое покрыто мраком. Эта ручная лазерная пушка питается от биопланетичного излучения человеческого тела, достигая резонансной популярности. Короче, понятно. Нет? Ну и ладно. В общем, это ручная лазерная пушка. Внимание. Может вызвать глазной герпес. Это же ручная лазерная пушка. Так. А-та-та-та-та-та. База данных. А-та-та-та-та. Успехи. Оружие мне еще нужно где-то одно найти. Скорее всего, базука, которой мне нету. Я в тебя верю, Макс. И сейчас просто поверь в себя. Новый навык. У меня 30-й. Все, получено уменьшение повреждений от огня. Пора пошуметь. Да.
Ох, чувствую запал, который сейчас будет. Что, у меня так мало патронов на дробовик? Указание, атакуйте главные ворота. А, подождите, я мины еще, да, не брал? База данных. Да, я, походу, мины еще не брал в руки. Оружие, мина. Мина. Это такие штуковины, которые надо совать в землю. А потом на них кто-то наступает и взрывается. Наверное, их изобретает ужасный боялец. Наверное, их изобретатель ужасно боялся человеческих ступней. Всякое бывает, правда? Есть же люди, для которых ступни фетиш. Вот, видимо, у кого-то, наоборот, фобия. Хотя и думают. Ноги должны начинать с коленей, а потом изобретают машину. Или они вообще людей не любят. Короче говоря, мины явно изобрела какая-то сволочь. Все, у меня все орудия есть, да? База данных. А что у нас получается только остается? Все приспособление. Я не все купил. И транспорт еще один какой-то. А так уже все. Игра почти есть на 100%. Я люблю дерьмо из задниц этих задниц. Вперед. Вместо снайперки. Серьезно, вместо снайперки вы дали мне ее? Ой-ой-ой, хп у меня достаточно сильно тратится. Тук-тук. Задача? Уничтожить всех. Всех уничтожить. Всех. Вау. Ту-ту-ту. А что я мучаюсь? Зачем мне дали такую охерительную штуку, если я не могу им ею пользоваться? Я могу просто побежать. Ага, у меня есть тоже мини-прицел. Хотя, если не растрачивать сильно... Я знал, что ты справишься! Тебе не только моя программа! У нас с тобой в крови одна и та же сила, сынок! Нет, Слоу! У меня в крови свобода! А, просто бежим. Наверх. Сейчас поедем. Взорву сначала вертик. Тихо, доедь. Наебал всех. Что это за место? Вы
высокий уровень биорадиации. Блин, вот то, что у меня этот забрали. На самом деле херово. Патроны, патроны. Проклятие, Рэс! Слабые не нужны миру, как не нужны политики, юристы и либералы, будь они прокляты! Выжить должны сильнейшие! Я пытаюсь сделать мир лучше! Так, пулеметы, думаю, здесь не зря, да, поставили? Это что еще за хрень? Я дракон, ударный ракетно-артиллерийский. Мой луч смерти контролирует мой мозгоблок. Значит, ты мой наездник. Ну, здравствуй, Бас. Я оснащен гидравлической пушкой Террор 4000 и покрыт титановой броней. Ну что ж, пошли покатаемся. О, боже мой. Чувствую, это последний, ребята, транспорт. Да? Я угадал? База данных. Так, оружие, приспособление, транспорт. Нет? Как нет? Это за тебя, Спайдер. Понял? Поняли, это новое суперорудие. Конечно, неудобное, но... И я стреляю лазером из глаз. Хорош. Пью. Пью. Да. Мне нравится. Рыбу я люблю больше всего. Как мило и грустно. Пью. Я счастлив. Пью. Боже, финальчик, конечно, такой. Блин, я на вертолете еще не катался. Это может быть последний транспорт. Обожаю геноцид. Молодец. Супертранспорт. Что за черт? Один выстрел? Ну здравствуй, убийца. Слон, если я кого и убью, то только тебя. И что потом? Домик в пригороде? Стричь лужайку по субботам, смотреть футбол по воскресеньям! Это не для тебя, Рекс! Ты не лавочник! Ты солдат!
Ты спятил? Я бог! Я уже не человек и не машина! Я и то, и другое! Новый Зевс, владыка новых людей! Ты мог бы стать одним из моих киберпастырей! Моей правой рукой! Но я вижу тебе место на свалке истории со всеми Марк 4! Ничего ты не видишь, Слоун. Ничего. Тревога. Система повреждена. Убить Слоуна невозможно. Прости, Рекс. Как жаль! Ты стал тряпкой! Как политики в Вашингтоне! Ты знаешь, они ведут переговоры с красными о мире? О мире, Рекс. О мире. О, почему я не могу? Ты жалкий сукин сын. Ты всего лишь куча проводов и программ. От Рекса, Пауэра, Кольта ничего не осталось, когда тебя нашли. Только ДНК без души. Нет. Я дал тебе свою память, свой опыт, свое детство. Нет. Я программировал и создавал тебя. Я твой отец, Рекс. Нет! Рекс, да, превращение в машину спасло тебе жизнь. Но главное не изменилось. Это твое сердце. Душа у тебя то, что надо. Ты больше, чем груда проводов и программ. Я в тебя верю, Рекс. И сейчас просто поверь в себя. Вот и все, Рекс. Нет, еще не все. Элизабет! Рекс! Ты убил полковника! Власть ударила ему в голову. Что теперь, Рекс? Теперь они придут за твоими наработками. Оружием и кровью драконов. Так вот, что тебе нужно. Армия монстров? Нет, я ведь не такой, как Слоун. Я реактивировала бомбы в бункерах. Стоит нажать на кнопку, и все здесь взлетит на воздух. Ты спас нас, Рекс. Может быть, док, это ты меня спасла. Нет, Рекс, мы спасли друг друга. Да ладно. Она тоже не человек, оказывается. Гайст. Far Cry 3 Blood Dragon. Продюсер Fabrice Senti. Креативный директор Дэйн Эванс. Продюсер Дэн Хей. Дэри Лонг, Пэр Джейн, Алекса Лейтер, Девинки. Все. Киперопы дают за сомнительные действия. Конец игры. Вернуться на остров и продолжить убивать. Готово. Вот и все, ребятки. Дальмести остановить настоящих... Настоящим монстром? Останьте настоящим монстром? А, ну это просто... Тех поубивай, да, но это... В принципе, уже не то, что нам нужно. Что я хотел, это вот это вот место. И город, который постоянно взрывается. Давайте я туда быстро схожу. И буду рассказывать, ну, оценивать, можно сказать, так уже игру. В принципе, игра прикольная.
взяли типа будущее и стимпанк. А, я понял, что это за место. Это у нас финал. Ну, короче, стимпанк, ну, будущее стимпанковское. Идеально, вот, если говорить вот о игре, прикольно. Саундтрек тоже такой, знаете, не подкачал. Нормально сделали. Различные тоже есть миссии дополнительные. Ну, в основном это у нас захват чего-либо. И в таком... Какую границу? Какой границе идет речь? Я что, не могу туда пойти? Ну, в принципе, о всем таком. За границ. А почему? Почему так сделали? Блин, на самом... Значит, да, я там был. Рассказывается, как машины захватили власть и все такое. В принципе... Разные животные, да. Новое оружие тут лазерное, вот. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Тоже улучшение, прокачка. Это тебе. Довольно прикольно. Мне лично понравилось. Ну что сказать, ну, стимпанк, да, по сути это как бы DLC должно быть. По крайней мере, и это оно, скорее всего, и есть. Но и выпустили как отдельную игру. Ну скажите, разве это плохо? Допустим, вот я бегу, да, сейчас вот. И я держу палец, как будто, знаете, какой-то ниндзя. Тоже есть много пасхалок различных. Такие, как относительно... Те, которые относятся к фильмам. Такие, которые... Просто относят нас к другим, допустим, играм каким-то. Прикольно. Вот так, одной левой. Поэтому, как бы, на этом все. Мы прошли игру на 100%. Да, прокачки здесь, конечно, нет, но здесь как бы сделали в виде игры. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр, друзья. Всем пока. А, ну ладно, еще я бонус нашел. Ну, пускай вам такой будет мини-бонус. Я нашел участок, именно светлый. Именно затемненный, да, везде только затемненный, весь полностью затемненный и типа неон. А здесь нихера. Только этот участок я нашел светлый, где именно солнце светит. Вы это понимаете? Игру ли я немножко увидите? Не доделали.